Лишь короли почтили память героя России, нашего земляка Марка Евтюхина и десантников 6-й роты. В ночь на 1 марта 2000 года 90 отважных солдат ценой собственной жизни сдерживали 2500 боевиков в Аргунском ущелье. Ежегодно 1 марта мы вспоминаем подвиг героев. В столице Мариэл ветераны, кадеты, юнармейцы и просто неравнодушные жители республики возложили цветы у мемориала на бульваре Победы. Их именами называют школы и улицы городов России. Весной 2000 года их было 90. Это бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. 22 года назад десантники приняли неравный бой в Аргунском ущелье. В живых осталось лишь шестеро из них. На высоте 776 бой длился 15 часов. И уже под конец уроженец Мариэл Марк Евтюхин, будучи раненым, вызвал огонь артиллерии на себя. Российские десантники отказались сдаваться. Их подвиг дал время другим подразделениям перегруппироваться и позже уничтожить оставшиеся группы боевиков. Если мы свою историю забудем, в том числе историю подвигов воинского нашего народа и все эти вот события, которые наша страна в прошлом пережила, то мы тогда не будем иметь будущего. Поэтому, основываясь на прошлых событиях, мы можем идти вперед, не допуская каких-то новых ошибок. Мы на этом воспитываем наших детей, юных десантников и вообще молодежь. Личный героизм каждого из десантников остановил боевиков. Никто из солдат не дрогнул перед лицом смерти. Теперь этот подвиг – пример мужества и силы для многих россиян. Дети и взрослые чтят память десантников как пример отваги в борьбе с терроризмом. Это честь, это такие же братья-десантники, да. Когда они погибали, мне там было не так много лет, но я помню о них. Для меня это пример мужества и героизма. Поэтому об этом нельзя забывать. Нельзя забывать о ветеранах Великой Отечественной войны, об афганцах нельзя забывать. То есть это святой долг родине служить. Такая сложная ситуация сейчас в мире и стране, да, что солдаты, они обязаны защищать, они выполняют приказы, не принимают присягу. Поэтому вот ради всего этого, ради аккумуляции, что ли, героических людей, вот ради этого нужно жить. Летом 2021 года на бульваре Победы в Йошкар-Оле открыли аллею памяти погибших десантников 6-й роты. 42 стойки с именами бойцов крылатой пехоты появились у памятника их командиру Марку Евтюхину. Монумент нашему земляку установили на бульваре в августе 2017-го. С тех пор этот мемориал является символом ВДВ в Мариэл.